S našou školskou televíziou vás chceme previesť svetom európskych jazykov. Deň jazykov si pripomíname každý rok 26. septembra. Zdravstvujte, ребята. Сегодня я вас буду спрашивать, где вы были через каникулы. Во время каникулы я был в Париже. В Франции. Мы посетили многие памятники. Я тоже был в лагере в Польше. Лето было супер. Rachel. Ja bola v Maďarsku, v grade Hajdúszoboszló. My boli kupácia, potom ja bola doma, potom čítala knihy. Eta boli moje kanikuly. Vo vreme kanikuly ja bola na Tenerife. Ja tam bola s rediteľami. My tam kúpali sa v moru. Мне там очень нравится лука. Да, хорошо. Девята, я тебе спрошу, где Миня побывала? Где она была? Скажи на Миня. Я была в Татрах и так. В Польше. Хорошо, что ты там делала? С кем ты была и что ты там делала? В Татрах я была с мамой и сестрой. Pre školskú televíziu Betka Kohutová.